своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил приоритетные задачи на 2022 год. Говоря о сфере благоустройства, отметил, что парки, скверы и общественные пространства в современной культурной жизни региона играют большую роль. Это безопасность, видеокамеры, это, безусловно, дорожки, туалет, это возможность проката лыж или велосипеда. Все это в совокупности дает перемены, которые нравятся жителям. У нас большая программа, я очень надеюсь, что все те 50 больших парков в лесах мы реализуем. В этом году 19 проектов. По словам губернатора, в плане на этот год развитие 49 общественных территорий. Среди них центральная часть Звенигорода. В прошлом году здесь провели огромную работу по благоустройству, и она обязательно будет продолжена. Мы мечтаем, чтобы в Звенигороде было много таких ухоженных, красивых мест, где можно было не только молодежи посидеть, но и людям старшего возраста встретиться. Очень важно быть в коммуникации с жителями, что хотят детский городок, спортивный, прокат, велосипед. Все это имеет значение. Вообще тема велосипедных маршрутов тоже актуальна. Наша задача нанести их на Яндекс. Мы встречались с командой Яндекса. Уже первые такие веломаршруты мы реализовали. Многофункциональность – современный подход. Работа по обновлению парковых территорий в 2022 году продолжится. Среди запланированных объектов – сквер павших воинов Кубинки. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».